Торжество Рождества Христова можно превратить в настоящую сказку для детей. Так год от года решают в Брянске, и в светлый праздник на площади Свято-Троицкого кафедрального собора юные жители города смогли проехать в карете вокруг елки. О доброй традиции брянской епархии наш следующий сюжет. Как настроение? Отлично. Лошади – животные с большим и теплым сердцем. И даже морозная погода не испугала скакунов, а также их маленьких наездников. Традиционная рождественская акция «Катание на лошадях» уже в пятый раз прошла в Брянске. Спасибо епархии, что для деток устроили праздник. Катание в прекрасной карете с большой лошадкой. Маленькие, разукрашенные, нарядные пони. Это очень приятно, что нас не забывают и для нас сделали такой праздник. Всем мира и добра. Лошадки просто супер. После утренней праздничной литургии по благословению митрополита Брянского и Севского Александра в соборе маленьким прихожанам преподнесли сладкие подарки, а затем их ждала зимняя забава – катание верхом. Дочь причастилась, получила свой подарок неожиданно. А когда мы вышли из храма, мы увидели вообще какое-то чудо, наверное, праздничное. Здесь настоящие лошади с бубенцами, поняшки, радость для детей. В общем, Рождество – это чудо, это праздник, это радость. Тебе понравилось, малыш? Да. А что ты запомнила? То, что мне дали сладкий подарок и покаталась на лошадках. Дети с восторгом прокатились на нарядных пони, покормили их, узнали об особенностях животных. После службы всегда катаемся на лошадях, очень любим на карете, всегда это предоставляется возможность, чувствуется праздник Рождества. Также ребята совершили прогулку на фаэтоне. Русский рысак Альбатрос в упряжке с колокольчиком, объезжая вокруг собора, разносил всем весть о наступлении великого праздника. Мы пришли его прославить и вас с праздником поздравить.